Коль, ну скажи, что вот сейчас вот здесь вот происходило, что здесь происходит и что здесь будет происходить? Происходило то, что яблоки собирали. Яблоки собрали. Ну, конечно, обидно, что медведь много поел и много деревьев поломал. Вот. То есть был здесь Мишка, да? Да, неделю. Я ее караулил. Но где ты караулишь целую ночь? Он где-то приходил. Ну, я засек его с трех до четырех, он приходил все время. Вот. То есть а последний. С трех до четырех. Да, ночи. Утра. Ночи. Он ночи ест. Ночи. С трех до четырех. Вот. Но я потом караулил. Ну, что, напугаешь, я ж тоже не хочется. Я бил это и дым, пускал там дымоухи делал. Вот. Но он умудрялся все равно, на час ему много не надо. Наелся и поломал. Вот тут поломал, и вот там поломал. Очень хорошие деревья. Вот. Ну да, сверху не достает. Да, он даже и не достает, даже если на низу прямо густо яблок было очень хорошо. Он их обрубал. Вот. Но я ее успел нагнать. Такие верхушки остались центральные. Вот. Думаю, ну уже караулю его. Вот. Прихожу на второй день, срубил это их. Все равно достану их. Ну расскажи про сорта, какой урожай. Ну, сорта это самые, это заветные, хорошие. А потом это, мальва. Вот. Ну, много яблок, Антоновка. Угу. Ну, хороший урожай в этом. Да, все был бы очень отличный. Вот. Был бы хороший. Но он хороший. Вот. Только что. Ну, набодрал. Ну да. Ну, бывает. Да, ему тоже надо. Ему тоже надо, да, да. Весело у тебя тоже. Да, хорошо, но сливы есть. Но сливы в этом году мало. Да, не очень, мало, не очень, только да. Что. У меня тоже червивые. Да, червивые, но я их опрыскиваю. Хорошо. Но обрабатываю вот этим не химией, а кальцинированную соду, йод и мыло. И это, еще трава, это, чистотел. Ой, лёленький, раз прекрасная краса. Ой, лёленький, а в глазах-то небеса. Ой, лёленький, изумрудные поля. Ой, лёленький, это матушка-земля.
28-е – это день принятия статуса нашей семьи. А мы подтверждаем наш статус? Девушки. 10 лет нам. 10. Пусть будет свет да любовь на земле, пусть в свете нежном ликует земля, пусть словно солнце сияет душа. Дружимся все. Ну, представьтесь, откуда вы, кто вы, давно ли вы здесь? Расскажите немножко о себе. Ну, я приехал из Германии, юг Германии, Бавария. Это Мюнхен и 100 километров больше на восток. Там большое озеро Кимсе, это моя родина. Ага, давно ты приехал? Представьте, как ты сказал? 2001 год я смотрел общины, уже 2002 года, май уже Кулаевка. Ага, вы представьте, как вас зовут? Я? Да. Герман. Ну, фамилия, наверное. А, фамилия тоже хочешь. Герман Трюдингер. Ага. Да. У меня зовут Ингрид Майер. Я чуть-чуть попозже приходил. Я знаю Герман раньше, Германия, а я еще время нужен и 4 года. 2006 я приехал в Гуляевку. И вы теперь вдвоем живете в Гуляевке, да? Ну, у меня был дом, и Ингрид, я предлагал гости. Там у меня была жена Света, мы предлагали Ингрид, может, помогающий, как помогающий. Да. Ага. Ну, расскажите, как вы живете, как у вас тут все сложилось? Ну, мы живем очень хорошо, Гуляевка. У меня дом есть 30 соток, и мы все урожаем хорошо, только сейчас будет слишком много для нас, это большое, и мы делаем пристройки на дом, и через 2 месяца мы здесь живем, Ингрид и я, на 32 квадратных метра, и дом мы даем молодой, или больше молодой паре, это муж и жена, они примерно 50 лет, и мы делаем потом вместе все. А, то есть вы сделаете такое совместное хозяйство? Да. Ну, каждый есть свое, кухня, конечно, да. Но огород мы делаем вместе, работа, ремонт. И если мы умираем, потом все будет на это 2 человека. Ну что вы так пессимистично умираем? Еще яблок, смотри, сколько надо собрать. Ну, видишь, в прошлом год уже я думал, я буду умирать. Сейчас передумал. Там на это время меня тьма была там. И сейчас уже легче. Чудненько. Ну хорошо, спасибо, ребят. Пожалуйста. Благодарность, Господи, Тебе, благодарность, Матушке Земле, благодарность всем вокруг мирам, благодарность от сердец сердцам. Пусть сердца распустятся цветы,